сейчас поснимаем водоем. Это у нас отец сделал водоем. Вот такая красота. Такой у нас гномик стоит с трубкой. Воды набралось за зиму много. Летом сюда отец выпускает аквариумных рыбок. И тут вот даже сделал такую вот нишу. Там кувшинчик стоит, скамеечка. А это барбарис. Разросся огромный. Так красиво тут, уютно. А это... Отец у нас любит камни. Я тоже люблю камушки, но у нас очень мало камушек. В основном щебень. А это деревянный Леня. Это отец сделал. Он почему-то голову у нас отвернул. Тут вот красиво у нас, да? Видите, красавец такой. Это вот все издалека.